Видео уроки корейского языка. Аньохасео. Да? Давайте приступим ко второй части нашего четвертого урока. Да? Только давайте сначала повторим. Мы с вами ехали куда-то и тратили сколько-то времени. Как будет, сколько времени у вас на это затрачивается? Ольмана коллёё. Да? Если мы хотим сказать 10 минут, тогда мы говорим чипуни коллёё. Да? А если сутки, тогда говорим харуга коллёё. Да? А если вы хотите спросить, а сколько времени у вас затратилось? Ольмана коллёсёё. Да? Должно быть прошедшее время. Не. Тогда, если вы хотите сказать, у меня затратилось 20 минут. Ищипуни колёсою. Не, ищипуни колёсою. Угу. Так, значит, мы с вами едем на каком-то либо виде транспорта, да? А как будет, ну, мы всегда не просто там садимся в какой-то вид транспорта, да? А мы еще что? Пересаживаемся, едем и так далее, да? Давайте посмотрим. Откройте, пожалуйста, учебник. Нетэхуа и второй диалог. И давайте посмотрим слова. Кётонгсудан иёнг. Иёнг – это использование. Использование чего? Видов транспорта. Вот. Глагол первый – тада. Что такое глагол тада? Да? Глагол тхада – это садиться на какой-либо вид транспорта. Я сажусь в автобус, да, то по-корейски это будет посырыль тхайо. Да? Запомните только, что перед этим глаголом всегда будет стоять окончание «ыль-рыль». Например, посырыль тхайо. Да? И как вы это переведете? Сажусь на автобус. Не. Если слово заканчивается у нас на согласную, например, такое как тячоль. Тячоль – это метро. Тячо рыль. А если вы уже сели, тогда вы скажете тасою. Угу. Тячо рыль тасою. Если вы, например, спрашиваете, чигым одеё, где вы сейчас находитесь, да? А вы говорите уже что? Тячо рыль тасою. Я сел в метро. Разобрались? Да? Не обязательно, что это мы используем в настоящее время. Дальше. Если мы уже едем, мы уже сели и едем на этом виде транспорта, тогда мы говорим уже таго када. Только перед вот этим таго када выражением всегда тоже будет стоять ыль и рыль. Да? Например, если у вас спрашивают, да, вы где сейчас, да, или вы сейчас где находитесь, да, на чем вы едете, вы хотите сказать, что я уже еду на машине. Тогда скажите как? Тядон ча риль, дальше таго и еду. Кайо. Не, тядон ча риль, таго кайо. Дальше.
Или я уже еду на... Это что? Посы. На автобусе. Посы рель таго кайо. Не. В прошедшем времени посы рель таго кассойо. Да? Он уже сел в автобус и уехал. Сел на автобус и уехал. Не, иго моё. Чаджон го. Не, чигум одеё. Чаджон го риль таго кайо. Да, еду туда. Не, кайо. А если вы хотите сказать, что я уже... как вы приехали, например, да? Утхе вассойо. Тогда вы скажете тяджун гориль таго вассойо. Да? Тяджун гориль таго вассойо. Помним, да, что в корейском языке вот эти два глагола када и ода очень зависят. Если направление идет от вас, тогда это будет када. А если по направлению к вам, тогда это будет ода. Нечосим, да? Таым. Нерида. Что это такое? Нерида. Вообще нерида – это спускаться, да? Но если это относится к видам транспорта, тогда это будет выходить. Выходить, да? Ну вот очень многие путают, да? У нас выходить – это что? Выходить куда-то, да? Или мы можем точно так же спросить, что вы выходите на следующей остановке, да? То по-корейски это будет то, что относится к видам транспорта, когда вы находитесь в транспорте, то глагол здесь будет нерида. Запомните, пожалуйста, потому что это ошибка, мне кажется, ну, многие, это не ошибка, многие русскоязычные просто как начинают перекладывать русский язык на корейский, используют другой глагол, именно выходить, да? А здесь должно быть, запомните, с транспорта. Садиться на какой-либо на какой-либо вид транспорта будет тада, а выходить или сходить с него будет нерида. Угу. Таго, да, мы уже с вами посмотрели, да? Следующее слово. Дальше. Кара тада. Да? Выходить с какого-либо транспорта, сходить будет как? Со, после со, нерёсё. Со, откуда? Из. Дальше. Ёробундери, мондё, иго моё. Текси. Тексиро, кайо. Криго, надюнге. Что? Иго моё. Тяочоль. Не. Надюнге тяочолло кайо. Не. Чоуме тексиру кадага. Надюнге тяочолло кайо. Да? Вот когда вы едете сначала на одном виде транспорта, потом надо вам пересесть на другой либо транспорт. Так вот, вот здесь будет глагол кара тхада. Кара тхада. Это пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Но у нас еще очень много мы говорим, что пересаживаться. С автобуса на другой автобус, на метро. Или у нас может быть внутри метро, да? Что мы пересаживаемся что? С одной ветки на другую ветку. Это тоже будет пересаживаться каратхада. Не. Дальше. Таго танида. Таго танида это что? Ездить на чем-либо, да? Например, если вы хотите спросить, хаккёе отоке кайо? Хаккёе отоке кайо это что? Как вы добираетесь до школы, да? Вы можете сказать, что посырыль таго таньоё. Я езжу на автобусе. Разобрались, да? Таго танида – это когда вы ездите постоянно на чем-либо.
Да? Так вот, вы можете ездить, что? Вы ездите обычно откуда докуда? От дома до школы. Угу. Тогда давайте посмотрим. Если вы, например, работаете на фирме, это будет квеса, да? И идете откуда? Да? Из дома до работы, да? До фирмы. Чип. Чип это у нас что? Дом. Дом. Угу. Дальше. А это у нас квеса, фирма, да? Вот я хочу у вас спросить, например, как вы идете или ездите от дома до вашей фирмы, до вашей компании, да? Так вот, от дома, да, мы берем слово какое-то, от какой-то точки, будет эсо, да? Чип. Эсхо, да, чибесхо, от дома. Дальше. А если я хочу сказать до этого места, тогда я вам говорю фесха кади. Чибесхо фесха кади. Угу. Дальше. А если вы хотите сказать, что как вы ездите, на чем? Да, можно сказать чибесо хесакади отоке кайо. Чибесо хесакади отоке кайо. Дальше. Езжу на метро. Как вы скажете? На метро как будет? Вы же ездите постоянно, да? Тячо рыль, верно. Дальше. Таго не. Тячо рыль, таго танёё. Я езжу на метро. Да? Почему мы здесь используем глагол танида? Потому что мы ездим постоянно. Дальше. Тасо свое записали? Да. Давайте посмотрим тогда. Это у нас что? Школа. Так. От школы, как вы скажете? Хакё эсхо, не. А это что у нас? Конвон, да? Как вы скажете? Хакё эсхо конвон кади. Дальше. Да, можно сказать от ке кайо, а можно сказать, например, на чем? Моль таго кайо. На чем вы едете, да, добираетесь. Попробуйте ответить. Хакё эсхо конгон кади моль таго кайо. Хакё эсхо конгон кади посырыль таго кайо. Не, посырыль таго кайо. 그런데 여러분들이 이거 뭐요? 여기가 어디예요? 시장. 집에서 시장까지 어떻게 가요? 네. 집에서 시장까지 어떻게 가요? 네. 버스를 타고 가요. 얼마나 걸려요?
Самшип пуни коллео. Не. Тогда коро. Если ходить пешком постоянно, тогда коро танёё. Коро кота это ходить пешком, танида постоянно, да? Коро танёё. Угу. Дальше. Кыктян. Кыктян одыё. Кыктян это что у нас? Театр, да? На кинотеатр тоже в Корее говорят кыктян. Кыктян из хо. Пеквадём. Пеквадём это? Помните, это универмаг, да? Только какого-то уровня выше среднего называется пеквадём. Да? Кыктян из хо пеквадём кади. Попробуйте мне сказать, например, большой, большой кыктян из хо. Большой кыктян это большой театр. Большой кыктян из хо. Цум пеквадём кади. Моль таго кайо? Говорите. На чем можно доехать? Чадунг чарль таго кайо? На машине? Коро кайо, да? Как вы скажете просто? Коро кайо. Угу. Игонын одыё? Не. Пангмульгван. Пангмульгван. Чибесо. Пангмульгван кади. Да? Только здесь ассимиляция звуков пишется пакмульгван. А читается пангмульгван. Киёк переходит иын. Да? Угу. Чибесо пангмульгван кади. Отке кайо? Чадонча риль. Дальше. Таго кайо. Угу. 여기가 어디예요? 네, 커피숍. 커피숍에서, 커피숍에서, 다? Например, 여기까지. 네, 도서관이요. 도서관까지, что? 뭘 타고 Кайо. И попробуйте ответить. Коро. Как это? Коро тагу кайо. Не может быть. Коро кайо, конечно. А если вы ходите постоянно пешком, тогда вы скажете коро. Коро танёё. Угу. Дальше. 여기가 어디예요? 식당. 식당, 네? 식당에서 например 여기 그림을 볼 수 있어요. 여기에서 그림을 볼 수 있어요. 미술관. Это картинная галерея. Да? 식당에서 미술관 까지 да? 어떻게 가요? 지하철을 타고 가요. 으흠. 지하철을 타고 가요. Дальше. 여기는 어디예요? 대학교. 네? 딱. 대학교에서 여기는 어디예요? 고궁. 고궁 это древний дворец. 으흠. 고궁까지
Угу. Моль таго кайо. Да? Деакгёэсо когунгкади моль таго кайо. Кичарил таго кайо. Угу. Да? А вот этот один из знаменитых, да? Центральных дворцов, это Кёмбокунг, да? Кёмбокунг, кунг, вообще это дворец, да? Кёмбокунг, не. Дальше, какие еще у нас есть слова, то, что вы можете сказать, откуда докуда? Йоги га одею. Магазин, да? Это ка ге. Каге, да? Йоробун дыричи мега исэо. Помните, мы с вами проходили хобби, да? Оттон чи мега моё. Шопинио. Не. Нугунын суёнирагу хэсэо, да? Кто-то сказал, что это плавание. Не? А где занимаются плаванием? В бассейне. Это будет суён. Дзян. Да? Например, тэкёэсхо. Докуда? Суёнгдзян. Кади отоке моль таго кайо. Угу. На чем вы едете? Угу. Дальше. А, да? Чибесхо одыкади падакади. Моль таго кайо. Не, пенгирил таго кайо. Пенгирил таго кайо. А, 그러면 여기가 어디예요? 산. 네, 한국에는 산이 많습니다. В Корее много гор, да? 산까지 어떻게 가요? 걸어 가요, да? Ну, в Корее, да, можно до каких-то гор дойти пешком. У нас, к сожалению, нет. Почему я вам сейчас сказала, что санкади, не обязательно, что вот это от и до, со и кади, вы должны применять вместе, да? Вы можете их применять отдельно, конечно. Давайте посмотрим. Да, например, тасот саль кади пианориль певосою. Пианориль певосою, это что такое? Певосою, это изучал или занимался чем? Игрой на пианино. Кади до 5 лет. Да? Тасот саль, ой, надо было йоль тасот саль кади. Да, наверное. До 15 лет, да, например. Йоль тасот саль кади пиано риль певосою. Я занимался чем? Игрой на пианино до 15 лет. Угу. Если сказать с 15 лет, тогда? Да. Вот если вы хотите сказать с 15 лет, тогда вы здесь скажете не кади, а пу-то. Потому что эсо – это отправная точка для места. Угу. Так, ну давайте почитаем примеры в учебнике. И пойдем дальше. Не. Еще раз, да? Эсо кади. Эсо – это что? Откуда? Отправная точка. Да, к отправной точке вы прибавляете «со», а «до» вы говорите «кади». Не. Таральгилькайо. Не, давайте почитаем. Чибесо хвеса кади моль таго кайо. Угу. Чибесо – это от дома. Хвеса кади до фирмы. Моль таго кайо. На чем вы добираетесь? Угу. Посерил таго кайо. Еду
на автобусе. Угу. 시청에서 미술관까지 두 시간이 걸려요. 네. 시청에서 시청 это городская мэрия. Да? А, еще знаете такое слово интересное? Шидян, как у нас переводится? Рынок. А другое значение шидян это мэр. Да, тян это главный, щи это город. То есть главный в городе, мэр города. Угу. Дальше. Сичонья сон Мисульгван кадит у Шигани колею. Мисульгван это что у нас было? Картинная галерея, да? Сичонья сон Мисульгван кадит, значит, от городской мэрии до картинной галереи. Тусигани колею. Затрачивается 2 часа. Не. Таван синын оде чипкади корогасаю. Чипкади корогасаю. Не. Таван вчера что? Чипкади. До дома пошел пешком. Не, чё с мне, да? Хорошо. Йогитель муни иссаю? Есть вопросы? Нет? Угу. Тогда послушаем, давайте диалог. 로라 씨, 학교에서 한국문화원까지 어떻게 가요? 버스를 타고 가세요. 한국문화원까지 40분이 걸려요. 먼저 1번 버스를 타세요. 버스를 갈아타요? 네. 시청 앞에서 한번 갈아타세요. 5번 버스를 타세요. 그리고 한국문화원 앞에서 내리세요. 대화. 네. Теперь давайте по одному предложению точно так же повторим и переведем. 2. 로라 씨, 학교에서 한국문화원까지 어떻게 가요? 로라 씨 학교에서 로라 откуда? От школы до корейского культурного центра. Как вы добираетесь? 네. 버스를 타고 가세요. 버스를 타고 가세요. 가세요 это что? езжайте. Да? Это повелительная форма, да? Езжайте на чем? На автобусе. 한국문화원까지 40분이 걸려요. 한국문화원까지 40분이 걸려요. 걸려요. 40분이 걸려요. Это что у нас? Займет или затратится? 40 минут. 까지. До корейского культурного центра. 네. 먼저 1번 버스를 타세요. 먼저 1번 버스를 네. 먼저 это сначала. Да? Сначала 타세요. Что сделаете? Садитесь на что? Автобус номер 1. Ильбон. Пон это будет номер. И здесь мы применяем числительный китайского происхождения. Ильбон посыриль тасео. Да? Если вы здесь скажете числительное корейского происхождения, то у вас получится один раз. Да? Пон это будет раз. Не, значит, здесь сначала езжайте, садитесь на автобус номер 1. Посыриль каратаю. 버스를 갈아타요. 응. 나 да. Нужно будет сделать что? Пересадку, да? Или нужно будет пересесть? 네. 시청 앞에서 갈아타세요. 네. 시청 앞에서 там 한 번, да? 한번 갈아타세요.
Вот здесь видите корейские числительные, да? Сичонг апесо — это где? Перед апесо. Перед городской мэрией. Что? Ханбон. Сделайте пересадку один раз. Не. 5번 버스를 타세요. 5번 Потом пересядьте на автобус номер 5. Не. 그리고 한국문화원 앞에서 내리세요. 그리고 한국문화원 앞에서 내리세요. 그리고 한국문화원 앞에서 내리세요. 이 что? И выходите где? Перед корейским культурным центром. И выходите перед корейским культурным центром. Не, 여기 질문이 있어요? 어려워요? Сложно? 조금 아니에요? 네, 다음 봅시다. Давайте посмотрим следующее упражнение, да? А, здесь мы едем от какой-то точки. Отправная точка у вас в начале указана, да? Это какая? Хакё, да? И должны мы приехать куда? Чип, домой. Угу. Давайте посмотрим внизу пример. Да? Как доехать от школы до дома? Да? Вот несмотря в учебник, вы можете сказать от школы, как будет? Хакёэсо. Дальше. До дома. Чип кади. Да? Хакёэсо чип кади. Как доехать? Отоке кайо. Угу. Как доехать? А, дальше. Перед школой садитесь на автобус. Хакё апесо посырыль тайо. Дальше. Нужно доехать до куда? До кинотеатра, да, или до театра. Перед кинотеатром что? Выходите. Кыктян апесо нэрё йо. Нэрё йо. Выходите. Или выхожу, да? Дальше. И от театра или от кинотеатра до дома иду пешком. Кыктян апесо. Да, кыктян апесо. До куда? До дома. Чипка ди коро кайо. Да? Иду пешком. Молодцы, разобрались? Да? Дома по этому же примеру вам нужно будет составить точно так же. Не составить, вернее, сделать дальше упражнение, да? Составить такой короткий диалог. Там прям где нужно выйти? Перед или где? Да, или на какой-то станции. У вас там на картиночках прям мелкими буквами все написано. Разобрались? Угу. А, дальше, куда бы вы хотели поехать? Да? Или пойти? Да? Юробундыри, оды, каго щипоё? Оды, каго щипоё? Хангуге каго щипоё? 한국에 가고 싶어요? 네. 한국에 어떻게 가요? Как доехать до Кореи? 비행기로 비행기를 타고 가요. 네. 좋습니다. Давайте посмотрим следующий диалог в этом же задании, да? И попробуем почитать и перевести. 학교에서 세종 극장까지 어떻게 가요? 학교에서 세종 극장까지 어떻게 가요? 응. Как доехать от школы до кинотеатра Сиджон? 지하철을 타고 가세요. езжайте на метро. 네. 어디에서 내려요? Где нужно выйти или выходить?
세종극장역에서 내리세요. Выходите на станции кинотеатр Седжон. Разобрались, да? Попробуйте дома написать, как вы добираетесь от какой-то точки до какой-то и сколько времени у вас на это затрачивается. Все, разобрались? Тельмуни Исайо, есть вопросы? Сугоэсэмнида. Чисайо.